Итак, братья мои, следующая небольшая тема – это деепричастие или деепричастные обороты. Мы немножечко уже поговорили о деепричастии, когда выполняли последнее задание, но здесь я хотел бы дать вам небольшую теоретическую часть. Что такое деепричастие? Это неспрягаемая глагольная форма, обозначающая Добавочные действия, связанные с другим действием. Оно отвечает на вопросы «что делая?», «что сделав?». Деепричастие, как вы знаете, образуется от глагола. От глаголов несовершенного вида деепричастие образуется при помощи суффиксов «а», «я». Ну и реже есть еще такой суффикс, суффикс «учи». Например, от глагола «кричать». Депричастие образуется крича, от глагола прятать – пряча, от глагола стучать – стуча. А, суффикс «я», а, ну, например, в таких глаголах от глагола читать – читая, от глагола играть – играя, от глагола говорить – говоря. Ну и редкий… Тот самый случай, когда используется преобразование депричастия и суффикс «учи». А глагол «быть» – деепричастие «будучи». Ну, иногда есть такая книжная форма от глагола «играть» – «играючи». А от глаголов совершенного вида деепричастие образуется при помощи суффиксов «в», при помощи смешного суффикса «в» вши и при помощи суффикса ши. А, закричать, закричав, прочитать, деепричастие прочитав, а, спрятать, деепричастие будет спрятав, а, суффикс вши а, будет в таких деепричастиях, образованных от глаголов, а, встретиться, встретившись, выспаться, выспавшись, улыбнуться, улыбнувшись. Ну, и, наконец, суффикс «ши», ну, например, глагол «принести», «принесши». Характеризуя действие, выраженное глаголом, деепричастие сближается с наречием. Деепричастие чаще всего служит разными видами обстоятельств, предложение – это обстоятельства времени, образа действия, причины, цели, условия и уступки. В предложении деепричастие чаще всего подчинены глаголу и через него, собственно, связываются с подлежащим. Пример. Петр сидел на стуле, запятая, крепко прижав затылок к стене. подлежащие Петр, сказуемые сидел. Сидел он где? На стуле. Это у нас обстоятельства, место. А, ну, можно сказать, что это и косвенное дополнение, на чем, ну, кому как нравится. А вот нас будет сейчас интересовать дипричастный оборот крепко прижав затылок к стене. Все диепричастия ставятся на подставку. Здесь диепричастие прижав. И при этом диепричастие, естественно, есть прямое дополнение, потому что слово «затылок» выражено винительным падежом, без предлога. Затылок. А прижав Каким образом? Крепко. Обстоятельство образа действия. И прижав к стене. Как видите, деепричастие относится к глаголу. К глаголу сидел. Он сидел, прижав затылок к стене. И, естественно, оно характеризует подлежащее, связывается с подлежащим. Это Петр сидел, прижав затылок к стене. Кстати, одна из распространенных риторических ошибок современных проповедников ⁇ это путаница с депричастными оборотами. Ну, есть классическая ошибка, которую высмеил еще Чехов в одном из своих рассказов. Проезжая мимо станции и глядя в окно, с меня слетела шляпа. Пожалуйста, не путайте, субъект действия, причастие должно относиться к сказуемому и связываться с подлежащим. А в, в чеховской фразе, нарочито неправильно составленной, получается, что эта шляпа проезжала мимо станции и шляпа глядела в окно. А, но ну, об этом мы еще будем говорить, это так, лирическое отступление. Изредка, братья мои, деепричастие может быть подчинено инфинитиву. Причем этот инфинитив может не являться сказуемым. В таких случаях действия, обозначаемые инфинитивом и деепричастием, принадлежат одному лицу. Например. На нем лежит постоянная обязанность, запятая, опираясь на современные достижения науки, запятая, совершенствовать свой прибор. Точка. Как вы видите, предложение довольно громоздкое. Мы его попытаемся изобразить на схеме. Подлежащая здесь, конечно же, обязанность. Обязанность. Что же делает эта обязанность? Она у нас лежит. Ну, лежит она на нем. Обязанность у нас постоянная. Это все пока легко, мы все это знаем уже. Постоянно это согласованное определение. И есть еще здесь несогласованное определение. Какая еще на нем лежит обязанность? Обязанность совершенствовать. Это редкий случай, помните, мы говорили, когда несогласованное определение может быть выражено инфинитивом. Обязанность совершенствовать. Любой инфинитив мы помещаем на подставку. Совершенствовать. А совершенствовать что? Прибор. Прямое дополнение. Поскольку винительный падеж без предлога, прибор еще к тому же свой. И вот здесь у нас уже деепричастие. На нем лежит постоянная обязанность, опираясь на современные достижения науки, совершенствовать свой прибор. А Деепричастный оборот, опираясь на современные достижения науки. И вот это довольно редкий случай, когда деепричастие относится к инфинитиву. Совершенствовать опираясь опираясь на что на достижение хотя это винительный падеж, но он с предлогом следовательно это косвенное дополнение на достижение. Достижения какие современные и достижения еще какие достижения науки еще реже деепричастие бывает подчинено причастию. Вот пример. Однажды этот Агафонов, с большой буквы, запятая, писавший свои рассказы, запятая, волнуясь до рыданий, запятая, заболел. Точка. Такое вот забавное предложение. Довольно сложное. Но на самом деле ничего сложного в нем нет. Подлежащее здесь Агафонов, а, а сказуемый заболел. Все просто. Причем заболел он когда? Однажды, видимо, в студеную зимнюю пору, а, как писал классик ну да ладно. Заболел однажды. Ну и Агафонов еще был этот. И вот здесь у нас есть причастный оборот. Агафонов у нас не только этот. А еще у нас есть определение, выраженное причастным оборотом. Это был Агафонов непростой. Он был, писавший свои рассказы. Писавший, что? Рассказы, прямое дополнение, поскольку винительный падеж без предлога. А рассказы, какие? Свои, согласованное определение. А вот теперь посмотрите, куда нужно поставить деепричастие? Как звучит предложение? Однажды этот Агафонов, писавший свои рассказы, волнуясь до рыдания, и заболел. На первый взгляд может показаться, что Агафонов заболел, волнуясь до рыданий. Но вряд ли это так, потому что заболел глагол совершенного вида, а волнуясь деепричасти э, несовершенного вида. Образованного от глагола несовершенного вида. Поэтому, скорее всего, и по логике, и по грамматике, где и причастный оборот будет относиться не к глаголу заболел, а этот Агафонов писал так свои рассказы, волнуясь до рыданий, а, волнуясь, э -э -э, в какой степени волнуюсь э -э, до рыданий. Это обстоятельство степени. А волнуюсь это обстоятельство образа действия. Вот такой вот дипричастный оборот, относящийся к причастию. Один из редких случаев. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать про дипричастие, братья мои.